Права маломобильных групп населения на доступность при посещении главного бюро медико-социальной экспертизы по Тверской области постепенно восстанавливаются. Переехав на Чайковского 62А, бюро получило помещение, совершенно не приспособленное для приема инвалидов. Единственным, но немаловажным плюсом было расположение кабинетов на первом этаже. На новом месте специалисты бюро начали с того, что вместе с представителями общественных организаций инвалидов разработали паспорт доступности, после чего приступили к работам по обустройству. Начали мы с, понятное дело, с прилегающей территории. Это в первую очередь обратились в администрацию города с просьбой организовать парковочные места для инвалидов вблизи нашего учреждения, что и было, в общем, достаточно оперативно сделано. Вот затем в первую очередь стали разбираться с входной группой, чтобы убрать максимально все барьеры на входе в наше учреждение. То есть сделали звонок для вызова персонала в случае каких-то проблем у наших пациентов. Вот, сделали аппарель на высокий порог на входе, пандус на лестницу, противоскользящее покрытие, вот, перила. Внутри помещения также выполнены частичные работы по переоборудованию. Благодаря помощи областной клинической больницы в бюро теперь есть подменное кресло-коляска для транспортировки инвалидов. На стенах размещены информационные стенды, в кабинетах, где ведется прием посетителей, установили кондиционеры. Кроме того, теперь в бюро полноценно функционирует отдел реабилитационно-экспертной диагностики с современным оборудованием. В прежнем помещении устанавливать тренажеры и диагностические приборы было попросту негде. Аппарат называется реабилитационная система Примус РС. Он позволяет восстанавливать после травмы определенную часть мышц. Вот таким образом. То есть это задать время 2 минуты, 1 минута вот, с перерывом. Прокачивать и укреплять травмированные, ослабленные мышцы. Посетители бюро медико-социальной экспертизы подтверждают, что расположение у помещения, безусловно, лучше, чем на Вокжанова, 15. Вместе с тем, у них есть предложение по дальнейшему обустройству, чтобы посещение организации было максимально комфортным для тех, кому и без того нелегко. Ну, однозначно здесь на Чайковского лучше. Во-первых, первый этаж, не нужно подниматься на 9-й этаж. Во-вторых, доступность к транспортным, в общем-то, развязкам ко всем, к транспорту, к остановкам. И для центрального района, в общем, это очень удобно, что именно здесь. Пожелание, что в коридоре очень душно здесь, чтобы немножечко какую-то вентиляцию сделали, кондиционеры повесили. Ну и наладили, наверное, все-таки очередь по времени. По словам руководства областного бюро медико-социальной экспертизы, то, о чем просят люди, есть в утвержденных планах производства работ. Вопрос, как зачастую бывает, упирается в выделение средств. Как только начнется финансирование, работы будут продолжены. В первую очередь освободим коридор вот от того покрытия, которое сейчас он имеет. Там будет экологическое и пожаробезопасное покрытие. Расширим дверные проемы, чтобы могли инвалиды-колясочники посетить без проблем. Оборудуем санитарную комнату с кабиной для инвалидов-колясочников. Оборудуем комнату для ожидания, чтобы убрать из коридора все стулья. И в планах также электронная система управления очередью. Юрий Бумбур, Никита Васильев, Максим Андреев, телеканал «Пилот».